Толстянка портулаковая. Если верить фэншую, то это именно то дерево, которое создает энергию и денег, если его выращивать в правильном месте. Отсюда и народное название – денежное дерево. Этот суккулент очень неприхотлив и легко размножается. Достаточно сломить с него листочек или часть побега, подержать во влажных условиях. Это может быть либо вода, если вы подсушите немножко этот побег, либо же на сырой песок, и в скорости появятся корешочки и появится молодой новый побег. Размножать толстянку можно в любое время, а вот пересаживать не чаще, чем раз в 2 года. При этом каждый раз горшок увеличивают на 1-2 сантиметра в диаметре. Только таким образом корневая система будет хорошо нарастать и не будет загнивать. Для того, чтобы корневая система лучше развивалась, на одно горшко кладут довольно большой слой керамзита, дренажа, какого-то дренажа. Желательно туда же добавлять, например, крупные куски древесного угля. Это тоже будет препятствовать дальнейшему загниванию корневой системы. Несмотря на неприхотливость толстянки, в зимний период ей нужен особый уход. Полив стоит ограничить, поливать по необходимости раз в неделю, а то и в 2. Содержать в прохладных условиях и обеспечить максимум света для того, чтобы растение не тянулось. Правда, оставлять его под прямыми солнечными лучами надолго не стоит, иначе денежное дерево может получить ожоги. Хорошим местом для толстянки будет помещение на юго-восточной или южной части дома.